Оль, ты чувствуешь, что мы с тобой родственные души? Да чувствую, чувствую. Пожалуйста, Миш, мне правда на работу надо уже, серьезно. Запиши. Я тебя очень прошу. Миш, все, правда, ну хватит. Я тебя прошу, пожалуйста. Хорошо, давай смотри. Вот, я оставляю тебе номер телефона. Давай, я тебе буду звонить. Часто-часто. Хорошо. Я буду спрашивать тебя всякое. Ладно. Смотри, вот у тебя мой номер телефона. Обязательно завтра позвони, не забудь, хорошо? Да. Телефон позвони дальше. Мне, чтобы услышать, что мы с тобой, к сожалению, вместе быть не можем. Оля. Так бывает. Миш,